Вроде бы все спокойно. Всем привет, друзья, это снова Макс Пейн, и мы продолжаем. Когда же уже он закончится? Да ёб твой. О, привет, господа. Блять, не шпиговали уже. Ладно. Мне так не нравится. Тихо, тихо. Спокойно, бляди. Ха-ха-ха. А, не-не-не. Ну что, ты, блядь, непробиваемый какой-то. Все, сдох. Так, а теперь мне не нравится. У меня что-то с патронами беда какая-то. Вообще не нравится. О! Так, чё сделать, чё? Давай, дигу. Угомонись. Повыше. Думал, остыл ты уже. Красавчик. Так. Дигл тоже у нас что-то беда. Береты. Откуда, блядь? Мразь. Так, сука. Береты где? Что-то жесть начинается. Где? Как? Блядь! Командос, где ты? Интересная херня. Сохранил, блядь. Безбаливающая. Ну, давай сейчас закинем, а потом посмотрим, что будет. Блядь. Хе-хе, блядь. Спокойно. Просто нужно делать все спокойно. Так, береты. Бомбовая, хуёмбовая. А тут все закрыто, да? Звуки мне не нравятся. Фух. Не знаю, правильно, неправильно я сделал. Но пойдем. Закрыто. За машиной бежать, да? Ну, пойдем за машиной. Откуда там столько чертей? Тут... Привет, брат. Да, блядь, да как ты попал? Вы вообще нахуй неубиваемый, да? Не, давайте сейчас перезагрузим. Я не хочу просто так. Просто мы получили пиздюлин, как обычно. Мне так не нравится, я же не люблю так. Так, молоты, гранаты у нас есть. Блять, забыл, сука, что вы здесь за углом, бляди, пидоры. Блять, я забыл. Просто взял и забыл. Тихо, винтовку.
Кстати, забыл, как винтовку. Винтовку как пользоваться, блядь, уже. Ага. Я хуй его знаю. Я вообще, блядь, без понятия. В вас надо 1000 пуль садить, чтобы вы сдохли, блядь. Я почему дохну, как тварь? Ой, бомбезная херня, когда же в натуре закончится уже. Все, пошли в жопу. Пошли в жопу. Оба в жопу пошли. Я съебываю. Я домой. Все. Все, я, блядь, наигрался. Идите нахуй. Ебать! Я не знаю, блядь, ну почему вы, сука, живучие такие? Давай, нахуй. По разам. Ай-яй-яй! По разам, блядь. И на педали, правильно, надо валить отсюда. Иди нахуй. Еще два гомика встали. О. Ага, вон оно чё, блядь. Попался на. Ублюдок. Конченый. Петух, блядь. Обоссанный. Командос, чё с патронами? Командос, а, ты мне так нужен сейчас. Хоть так, спасибо. Блядь! Вот это ч? Хорош! Ты чё, ебанутый, что ли? На всю голову. Ещё какой-то хер бежит. Ну, где ты, хер? А, то есть тебе впадлу даже, да, пробежать? О, Грена! Фу-фу. Фух, сука, да почему так все, а? Почему все так? Ладно, пойдем дальше, не ссым никого. Сейчас опять какие-то пули. Ага, вон он. Спокойно. Сейчас надо пошукать, может, патрончики есть на команде. Блять, тут вот он, ебаный патрончик выскочил. Пошукал. Перелета, блять, с говном бегаете. Ёбым. О! Пошел, 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 Макс, 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 уходим. Ха-ха-ха-ха-ха! Суки, мрази. Так, ладно. Что-то я забыл даже, кто в машине там сидит у нас. За кем мы бежим? А ты не хуёвый такой снайпер, я смотрю. Пизда. Надо было сохраняться.
Тут я что-то, блядь, сплоховал чуть. Так, один здесь и другой там. Блядь, да почему, сука, да почему? Так, все. Один готов. Покурил, блядь. Чаще надо сохраняться. Просто брать и сохраняться. Может, здесь что-то есть. Так, да, кстати. О, ебой! Ее! Надо по тачкам лазить. Огонь вообще. Фу. Пошли дальше. Фу-фу-фу-фу-фу. Не выскакивай так. Происходит вообще. Где вы? Ты, блядь, красавчик, конечно. Дробью въебал, блядь, сквозь стену и попал. Первый въебу. Вот это матрица, блядь. Так, ты один. Ну я не знаю, блядь, почему ты меткий такой. Go, 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 go! Вот это нихуя я вышел, блядь, поздороваться с друзьями. Блядь, ты идешь в указанное место, да? Go, 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 go! Вот, да, блядь, какого хуя? Тут че? Тут не знаю чего, вон туда въебать надо. Не с этой хуеты. Вот. Я понял. Я все понял. Можно не повторять. Я не глупый человек. Можно еще въебать, кстати, попробовать коктейль молот вот туда. Ну он, блядь, не работает. Я, блядь, суицидник ебаный. Так, еще что-нибудь сейчас сделаем. Ну сейчас сделаем все красиво. О! Ё! Аж сам испугался.
Давай помповик возьмем на всякий случай. Спасибо. Команда с собой нет. Сохранился как надо, но, блядь. Не, помповик это хуйня. Помповик не работает. Тогда... Блядь, да как ты нахуй... Блядь, фу, блядь, ёбаный мразь. Один есть. И второй есть. Красавчик. Просто зачетно. Кто где пиздит? А? Спасибо, я не курю. Сдохни. Просто возьми, сдохни. Просто дохуя тут, не кажется? Так. И вон он, блядь, ворон стоит, считает. Давай, заходи. Это лучшая тачка, что я видел. Нихуя она не лучшая, блядь, это мразота какая-то. Фу, ладно. Не буду я выебываться. Нажмем F5, потому что у нас есть одно обезболивающее. Ебать, и тут целый комплект. Да-да, все лечим. Вот так. И одна про запас. Нет, нет, нет! А нахуя же я сохранился-то, долбоёб? Я не на ту кнопку нажал. Я не на ту кнопку, блядь, нажал. Вот я осёл, блядь. Ебать! Что же я наделал-то, блядь? Как мне из этой ситуации вырулить? Вот так вот, нахуй. Ёбаный в рот. Про запас оставил, дебил. Ладно. Надо было F9 нажать. Я нажал. Хуйню какую-то. Это что? Это я удачно зашел. Чё там? Ладно, чё, а разыскивать меня, да? Ну и вкус. Как-то это ничего не меняет. Так. Команда с патроны. Привет, блядь. Угу. Пойдем. Хули делать. Все, хуйло. Пощадил. Не зашел, ну ладно. Убедил. Нету никого. Пойдем дальше. Дальше. Когда же я ее пройду? Ёпта, мне кого. Вот это да. Походу сейчас что-то будет. Какое-то месиво. Тихо, не лагай, ты чё? В
лазили, клоуны. Ну я понял. Я готов. Сейчас я просто приключу, какое-нибудь оружие возьмусь. Спокойно. Всем спокойно. Да, блядь, ну ты опять попал. Блять, сука, да почему все так? Нет, все равно мне не нравится, как я прошел. Сейчас мы возьмем две беретки и пойдем. А мангус подберем. Блять, ну почему, сука, ты в меня как-то попадаешь? Бегаем. Оп. Загорайтесь. Отлично. Все равно ты, блять, попал в меня. Все равно вы слишком крутые, да? Говны, блять. Пошел. Отличный командос. Ты подошел, блядь, уже дышал на ладом. Теперь сделаем так. Вот тут, блядь, за машиной сидит хуйло. Больше не сидит. Валивающие еще, отлично. Патроны. Откуда? Ага, откуда? Валим нахер отсюда. Выходите. Не ожидали. Бонус. Спасибо, блядь, от Сбербанка. Вниз мы еще сходим. Надо здесь прошарить, еще есть что интересное. Потому что на каждом этаже что-то должно быть. Вот как раз. Хорошая машинка, очень мне нравится, потому что здесь есть какая-то заначка. Так точно. Чё? Ага. Захавали, сохранились и все отлично. Так, пойдем. Серия уже затягивается. Неужели это последняя миссия? Не верю вообще никак. А чё никого? Я патронов собрал. Бегут. Отъебись просто, я тебе сказал.
Чем? Ку-ку. Ку-ку. Ку-ку, блядь. Не, ку-ку ты и хуй понимаешь, да? Ку-ку ты не понимаешь, мразь. Бегом пока походим. Жалко мне тратить, я недавно на всех. Хотя... Хотя надо. Ну блять, ну что, сука, такое нах со мной? Соберись. Собрался, ёбаный в рот, блядь. Почему ты сразу не сдох? Почему, блядь, не заставляю? Не знаю, я заплетаюсь. Петухами. Да блядь, да почему ты не дохнешь, блядь? Выпили. Всего вообще выпили. Кого? Кто? Ты что за хуй? Я понял. Да ну нахуй! Все, что ли? Я думал, босс какой-то, блядь, бежит, а это хуй лок какой-то. И не нужен он мне сейчас. Фу-фу-фу. Фу, нихуя! Выскочили, блядь. Сейчас я попробую эту хуйню разъебать кого-то. Я понял, разъебал. Дробовик какой-то ебаный. Где дробовик? Я понял все. Пизда вам. Не нравится. Вообще никак не нравится мне. Так, за ящики побежим сейчас. Так, по съебу за ящики. Оп! Давай, хуйлыги. И
Я понял. У тебя тоже дробовик нихуевенький там, да? Блять, а чё ж придумать? Может вот этой хуйней ебануть? Ну да. Так все и должно было быть. Выскочили утырки. Блять, как целиться, я забыл. А, во! Дебил, что ли, блядь? Хоть ты конченый. Вот он, босс, походу. Так точно. Босс, хуесос. Все, что ли? Я-то думал, блядь, какой ты крутой пацан. The payphone started to ring. Мразь какая-то. Че это? Че, насадьте на лицо. Дрочишь? Давай, въебач. Контрольный. Чтоб наверняка. Ну и че? Дальше, че? Ел. Опять вниз сюда. Это я где? Нету тут есть. Ну и что я сделал? Что сделать надо? Ну что я делаю? Культа полный, ни хера себе. Ну, а дальше-то куда мне? В принципе, я шел как надо. Пришел. Чмыря завалил. Чмырь, куда мне? Понимаю. Чё-то я не понимаю, чё. А, вон он. Давай. Вызвали. А, телефон звонит. Да ёб твою мать. Yeah. Max Payne. Whatever does it for you. This is Alfred Wooden. I can give you the name of your enemy. Come to the Asgard building. Да хватит, может быть, уже, блядь. А, заканчиваем серию, смотрим мультик и прощаемся. Блядь, я уже не могу, слишком она долгая какая-то была и нервная. Woden was waiting for me. Да идите нахер. It was an impressive floor show, but I decided to leave early anyway. It was only a one-story fall. Lucky me. Как-то так, ребята, началась новая серия. Так что не пропускайте, подписывайтесь и желаю всем удачи, всем пока.